Анатолий Немирсон. Так, у меня убежала тема ее нового доклада. Вот. Книга в книге у Пушкина, как ключ в квесте. Найди автора в общей картине произведения. Пожалуйста. Спасибо, да, я немножко изменила это дело. Это, кстати, тема очень актуальна для Достоевского, потом это появится. Мотив книг в мире героев Пушкина дает ключ в книге к позиции, в книгу в качестве ключа, к позиции замыслу автора в соответствующих его произведениях. Тут очень важно, что, например, в повестях Белкина, где Пушкин стилизует язык, он называет романтическое воображение романическим. Это воспринимается как некоторый архаизм. Но на самом деле он имеет в виду совершенно конкретно то, что он говорит. Это архаизм здесь или там стилизация под язык других рассказчиков, это некоторый такой камуфляж того, что он имеет в виду буквально то, что это значит, а именно люди, воображение которых сформировано романами. Это вообще общая тема для Пушкина, очень интересная. Романическое воображение героинь и героев таково, потому что романтическое, именно потому что оно романическое. Это совсем другое определение романтизма, чем просто вот клише такое, бурное воображение или там какие-то стереотипы. The Mensch ist was liest. Но при этом то, что герои читают, вписывает в их жизнь сам автор. Поэтому это для него способ обратиться к его собственному читателю. Некоторые формальные знаки и признаки важности мотива книг. В повестях Белкина при их издании Пушкин перенес «Выстрел» и «Метель», повести, написанные Пушкиным последними, 14 и 20 октября 1830 года. Он принес их в начало цикла. Возможно, это произошло потому, что в них интертекстуальность не только находится в подкладке смысла текста, но и заявлена знаком, сюжетным мотивом, реальным появлением книг как объекта и их чтение как мотива и в смысле сквозной повторяющейся темы, и в смысле мотивировки или мотивации действий, чувств героев и их самосознания. К выстрелу мы вскоре вернемся, но пока про разницу между романизмом и романтизмом. Марья Гавриловна, которая была воспитана, это в «Метели», на французских романах и, следовательно, была влюблена, это нам кажется просто такой как бы ироническим комментарием, что редуцирующим ее. Но она мыслит события своей жизни в терминах этих же романов, включая Руссо, которого вспоминает, когда ей там новая ее возлюбленная, суженый, что называется, изначальный, собирается признаваться в любви, у нее ассоциация с него, и вообще в самые критические моменты. Хотя она единственная в сюжете, кто все эти события ее жизни, собственной, знает полностью и достоверно. Рассказчик, например, отдает свои бразды Терешке кучеру, который в качестве кучера доставляет ее в церковь, потом домой вполне без приключений, но с ролью рассказчика не только не справляется, но тем самым абсурдным образом мотивирует немоту повествователя. Сама-то Марья Гавриловна знает, что она обвенчана, но ни ее родителей мы не узнаем об этом до самой развязки. Сказать же ей об этом прямо не дает ее возлюбленный Бурмин, который не умеет не только читать, но и слушать. Он знает, что он обвенчан, но не знает, что именно с ней. Мы и родители ее знаем, кто она, но не знаем, что она обвенчана. Поскольку все со всех сторон о себе знает только она сама, но слово ей вставить не дают, ее ключи к сюжету остаются долго неизвестными никому, кроме нее. При этом это ключи в очень большой степени именно романические. А ведь она и сознает все лучше Бурмина, и читает лучше нас, строит жизнь по лекалам романов. Цитата. Это начало самое, которое тоже мы списываем на такое ироническое клише. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марии Гавриловны. То, что это клише, нам как бы свидетельствует
вот эти вот, разумеется, и мы воспринимаем романическое воображение как общеромантическое, вообще все как общее место. Но именно для нее сила этого аргумента состоит в том, что он соответствует любимым ею романам. То есть, как потом подростки будет Татьяна говорить Аркадию, эх, ты любовник из бумажки. А все это в очень большой степени восходит к Пушкину. Однако в начале повести на романическое воображение этой юной героини, юной читательницы производит впечатление именно тот, кто оказывается не тот. Он соответствует роли влюбленного похитителя именно в романах. Тот же, кто потом задним числом оказывается суженым, которого конем не объедешь, кажется ей не тем. Именно этот не он, хоть сам ей об этом и рассказывает, и оказывается он. А при том и сам не знает, что и она. То есть субъектное узнавание ситуации присуще только ей. Но мы об этом ничего не знаем, потому что оно и нам не присуще, пока ей, наконец, не удается сказать последнюю фразу в развязке. Значит, в рассказе Бурмина. Нас обвенчали. Поцелуйтесь, сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать. Она вскрикнула: «Ай, не он, не он!» и упала без памяти. Сослужив на Пушкину иронию, его рассказчик дает нам понять, что Марья Гавриловна влюбляется именно по литературным лекалам жанра, а не по какому-то там романтическому темпераменту. Разница замаскирована. Состоит она в том, что романическая барышня – это барышня, воспитанная на романах, а не просто на романтических клише. И поэтому она попадается на банальность именно по своей начитанности, а вовсе не по глупости. Это, кстати, еще касается и образа Коли Красоткина тоже потом. Книги Сильвио как определитель замысла самого Пушкина. Вот что еще мне показалось очень важным. И то, что Пушкин в конце концов поставил именно выстрел в начало цикла. То есть он заявляет этот, как бы, я не знаю, супер, сверхмотив, что ли. А Сильвио сказано, при том по контексту сюжета и нарратива совершенно непонятно, зачем сказано. У него водились книги, большую частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад. Зато никогда не возвращал хозяину книги, им заняты, им самим занятую хозяину. Да. Эта деталь повествования кажется немотивированной. Именно поэтому стоит задуматься о ней, как о возможном гиперсимволе, придающем книгам повествованию большую важность, чем самому сюжету. Больше о книгах Сильвио и речи не пойдет в выстреле. Для сюжета совершенно не важно, что Сильвио читает, и какие книги он хранит, и дает, или не дает их другим читать, и как он к ним относится. Но Пушкину эта деталь понадобилась, чтобы обнажить прием. Вот он множит рассказчик, да, в повестях Белкина, постоянно. И в предисловии от автора, и с этими всеми случайно сохранившимися листками у ключницы, и с тем, что сам Белкин вроде записывает чужое, за что купил, за то и продает. И, казалось бы, уже он отводит себе только роль издателя. И вдруг мы сталкиваемся с некоторым неожиданным его метакомментарием о собственном творчестве. Какую роль для самого Пушкина играют цитаты, аллюзии, жанровая стилизация, вообще всякое интертекстуальное? Вот эта манера выдавать свое за чужое, свое слово за чужое, нечто обратное плагиату, и снова скаль чужую песню, сложит, как свое произнесет. Вот это все очень вдруг проявляется в этой детали. Ведь как Пушкин взаимодействует с текстами, которые он цитирует? Даже если судить только по его эпиграфам, он изменяет их смысл до неузнаваемости или пародийного понимания их изначального контекста. Или же подчеркивает этой пародийности в самом исходном контексте, в случае с недорослем, как общим эпиграфом. Либо же просто выдумывает свое, выдавая за чужое. Псевдо-Свиденборг или светские разговоры эпиграфов к разным главам в «Пиковой даме». Или свое стихотворение, представленное как цитата в эпиграфе ко всей повести той же «Пиковой дамы», а в «Ненастные дни». Да? Такое поведение по отношению к чужим книгам, изменяя их смысл и контекст, необратимо и означает взять чужую книгу и не вернуть занятую. То есть это Пушкин как бы выдает свое собственное интертекстуальное поведение через героя, который сам достаточно ходульный. То есть он такой клишированно романтический, Сильвио,
Единственное, что его отличает и от Пушкина, и от молодого графа, это то, что у него практически полностью отсутствует чувство юмора. Тоже довольно интересно, чего мы не можем сказать о Пушкине. Поэтому ему интересно пролезть именно туда. С графом он, например, пролезает через сцену с черешнями, которая, как известно, была им самим как-то представлена на дуэли. И с тем, что Сильвио рассказывает нашему главному рассказчику о графе. Он шутил, а я злобствовал. И вот это вот, как бы после того, как он наслаивает друг на друга эти нарративные все линзы, он вдруг оказывается сам, проявляется в своем тексте в том, как, а не в том, что. Но интересно, что в случае с Сильвией это просто именно поведение по отношению к занятым им книгам. То есть он берет чужую книгу и не возвращает занятое им, он изменяет это себе на потребу. Однако Пушкин предвидит и то, что в дальнейшем и другие будут также цитировать и его самого, перебирая себе на потребу. Во всяком случае, так и оказалось. Таких примеров у нас масса, в частности, у того же Достоевского насчет «Смирись, гордый человек», который у Пушкина был «Оставь нас». И так далее. Но для Пушкина это приемлемая позиция как в смысле того, как он себя ведет по отношению к другим книгам, так и, в общем, он вполне спокойно смиряется с тем, что и с ним также будут поступать. Практически так всегда происходит, так складывается судьба любого классика, потому что он неизбежно рискует и даже плодотворно рискует тем, что его будут перевирать. То есть не вернут книги у него заняты. Интересно, что в полковой канцелярии по вторникам и пятницам, в том же выстреле, почтовые дни никто не ждет книг. Кто ждал денег, кто письма, кто газет. Похоже, Сильвия вообще единственный, не только в полку, но и во всей повести, у кого водятся книги. Интересно также то, что герой-рассказчик Пушкина, или он сам говорит про воображение романическое и здесь, и в «Метели». Мы знаем, что в первой части выстрела этот герой-рассказчик как раз говорит, что он по-романическому воображению так был увлечен, заинтригован образом Сильвию. Это поэтому он как бы закрепляет у читателя такое впечатление, что это примерно как романтическое. Он скрывает именно интертекстуальную разницу между романическим и романтическим. Сам Пушкин вполне прекрасненько себе пользовался понятием романтизма, в частности, в знаменитом совершенно отрывке из Евгения Онегина про Ленского, так он писал «Темно и вяло», что романтизмом мы зовем, хоть романтизма тут немало, не вижу я, но что нам в том. То есть он даже и внутри этого термина как бы противостоит клишированному, штампованному представлению о том, что такое романтизм. Но однако же слово это он употребляет именно как жанровое определение здесь, а не как заимствование из романов как таковое. То есть в повестях Белкина выражение «романическое воображение» только прикрывается архаизмом или языковым манеризмом рассказчика, а по сути отличается от романтического тем, что такое воображение возникает как следствие именно чтения романов, что в том же Онегине главная черта Татьяны. Да и с Онегиным лично она по-настоящему знакомится именно по его библиотеке. В главе 7, потому что и как Онегин читает, она распознает его точнее, чем ей самой хотелось бы. Не только уездная барышня, но и столичный денди, тот самый дерменш, который оказывается ist was ist, скорее, чем was ist. Ну, там Татьяна с ключницей простила туда-сюда, и долго плакала она, потом за книги принялась, и сперва ей было не до них. Но показался выбор их, ей странен. Чтению предалась Татьяна жадной душой, ей открылся мир иной, хотя мы знаем, что Евгений издавна чтение разлюбил, однако несколько творений он и запал, исключил, певца, Геура и Жуана, да с ними еще 2-3 романа, в которых отразился век, и современный человек изображен довольно верно с его безразной душой, себелюбивой и сухой, мечтанию преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Интересно, что он как бы тоже суммирует дух романтизма у Байрона, но при этом совершенно не редуцирует его, потому что он говорит об этом как о типаже, что потом оказывается, как мы знаем, очень важно для Лермонтова. Окей. Хранили многие страницы отметку резкую ногтей, глаза внимательной девицы устремлены на них живей. Татьяна видит с трепетанием, какую мыслью, замечанием бывал Онегин поражен, в чем молча соглашался он. На их полях она встречает черты его карандаша. Везде Онегина душа себя невольно выражает. То кратким словом, то крестом,
то вопросительным крючком. И начинает понемногу моя Татьяна понимать теперь яснее, слава богу, того, по ком она вздыхать, осуждена судьбою властной. Опять клише, но уже она чего-то немножечко вникает критически в это дело. Чудак печальный и опасный, создание ада или небес, сей ангел, сей надменный бес, кто, что же он, уже ли подражание, ничтожный признак, или еще москвич в горольдовом плаще, чужих причуд истолкования, слов модных полный лексикон. То есть вот это вот чужеумие, которое потом оказывается очень важным, или лакейство мысли по Достоевскому. Уж не пародия ли он, уже ли загадку разрешила, уже ли слово найдено. Итак, про более знаменитые примеры, ей рано нравились романы и все такое, много помнит и пишет. Однако сам Пушкин вводит нас в заблуждение тем, что чтение у него обычно кажется занятием уездной барышни, а мужчины начитаны меньше, так как заняты деятельностью, ну или собой. Однако в случае с чтением Татьяны и книг Онегина она читает не столько их, сколько его по ним. Интересен пример книги как ключа для понимания причудленного хронотопа или нелинейного времени в «Пиковой даме». Подробнее писал об этом примере в соответствующей главе «Персонализм как поэтики», которая вышла в Питере в 1909 году. Дэвид просто упомянул о способности Пушкина разводить по смыслу близкие синонимы, чтобы уместить в них мировоззрение. Графиня говорит Томскому. «Поль», — закричала графиня за ширмой, — «пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних». Как это громоман? Противопоставление нового и нынешнего в мире графини – ключевой момент для понимания и ее видения, и ее роли в сюжете. Она сама живой анахронизм. И структура нелинейности нарратива. Главы скачут, расположены не в хронологическом порядке, рассказаны в них события. И столкновение разных пространств и временных измерений, через которые пролезает в наш дольный мир метафизической, как сверху, так и снизу чаще. То есть вот пресловутых этих самых хронотопных искажений. Становится понятным, почему в «Преступлении и наказании» Свидригайлов, главный интертекстуальный наследник «Пиковой дамы», является как бы из другого мира. Неужели это продолжение сна? И вот для Пушкина уже переключение того, что потом получит название хронотоп, или как бы мини-фасатиры, вообще всякое такое странное искажение пространства, это делается в большой степени посредством мотива книг. Не только по тексту из них, но и мотива. Спасибо за внимание. Спасибо большое. У меня, знаешь, какой вопрос? Дело в том, что слово «романический» вообще употреблялось довольно долго. То есть романический и романтический. Романтический вообще не то чтобы употреблялся. Но ты сама... Но в этом самом, в Онегине совершенно параллельно и точно не позднее 30-го года. Вот я как раз об этом и хочу сказать. Там он говорит именно о романтизме и именно применительно к писаниям, к литературе. А когда он говорит романический, он говорит не применительно к писаниям, а применительно к жизни, которая берет из романа и в жизнь как бы переносит. И это еще Достоевский в этом смысле так это слово употреблял. Я просто в свое время, когда жанрами занималась, я это все последила. Не настолько, конечно, пристально, как надо бы, чтобы понять, как вообще употреблялось слово. И в какой момент мы стали говорить романтический вместо романический. Но вот XIX век очень долго два эти слова вообще не смешивал. Да, вот я об этом и говорю, что у Пушкина есть, поскольку у него появляются оба, скажем так, романические относятся к апелляции к жанру, романтические к стилю, если совсем примитивно различить. В смысле Пролянского, когда он это говорит, то имеется в виду определенные черты, по которым мы узнаем стилистику и через нее уже. А романтически это непосредственно жанр. Поскольку Пушкина вообще свойственно, как мы сейчас заметили с новым и нынешним, разделять очи, разводить синонимы, там, не знаю, все те же львы, другие львы, сменить, не заменили вас. То есть он вклинивает смысл, заостряет его тем, что слова по отдельности воспринимались бы как полные синонимы, а при столкновении разница между ними начинает играть смыслом. Вот. Мне показалось, что именно поэтому, ну так, если грубо говоря, в примерах, которые я привела, романтический – это то, как пишут, а романический – это то, как читают. И поэтому проецируют на жизнь. То есть
Это вот пресловутый любовник из бумажки. То есть она строит свою жизнь по романам, также, ну, это очевидно, потому что она Руссо все время там читает. Ну, не только, но это основной подтекст и вообще воспитан на французских романах. Это первая фраза, исследована, была влюблена. Она строит свою жизнь по романам, как бы ее лепят таким образом. Она притворяет чтение в жизнь, в то время как романтизм – это когда ты пишешь, может быть, даже не по лекалам, но с интуитивной какой-то ориентировкой, ну, как тот же, я не знаю, Байрон, на стиль, на описание там чувств и так далее, эмоций. Вот. Да. Это не, они не пересекаются, но не, в принципе, вот твое замечание, что они употреблялись параллельно, и что это нельзя списать на архаизм, и что значение немножко исказилось, но тем не менее, в то время, когда у Пушкина появляются оба эти слова, это вода скорее на мою мельницу, это замечание, потому что оказывается, что он играет на различие между ними, а вовсе не на подобие. Мы могли бы списать это на то, что это просто стилистическая черта, если бы у него совершенно параллельно, хронологически не появлялось в конкретном значении описания Ленского именно слово романтизм, романтичный. А тут обнажается именно различие между ними. Все Да. романтическое воображение связано. Вот у Арчимбольда есть такой персонаж, библиотекарь, да, он целиком состоит из книг. Или там, ну вот я переначали Фейербаха. Ну, в принципе, имеется в виду, что когда человек полностью состоит из книг, он первый, кто из этого будет страдать. Более того, утверждение Татьяны «эх, ты любовник из бумажки» приобретает совершенно другой смысл. И не то, что он выпрыгнул из бумажки, а что он состоит из бумажек сам. Что, вот, так же, как вот эти героини состоят из книг. Да. Спасибо. Пожалуйста, есть ли еще вопросы к Ольге Анатольевне? Подустали, наверное, наши слушатели уже. Ладно, Олечка, спасибо большое. Вот, и знаешь, у нас вот, например, есть в журнале такой раздел «Достоевский круг чтения». Мы его специально придумали затем, чтобы можно было печатать, вот, скажем, про Пушкина, вообще без апелляции к Достоевскому, просто потому, что это для него важнейший автор, которого он читал. И вот здесь идет Не глубокий могу быть апелляцией, потому что то, о чем я говорю, Достоевский делает постоянно. Ну, даже вот с Медвигалом понятно, что у него все мотивы связаны с пиковой дамой, и это самая его Марфа Петровна, которая совершенно старая графиня, и благодетельница такая, и картежные долги, и вообще он какой он персонаж, и как у него работают страсти и так далее. Все это, ну, вообще, то есть я не знаю, я теперь же вообще, не, как говорил мой покойный учитель Белнап, все мое образование произошло из ссылок к сноскам в примечание к Достоевскому. Вот. Ну, если с апелляцией, то еще лучше. Короче, мы тебя ждем всегда, но вот еще особо в этом случае.